Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению криминального авторитета Олега Медведева, известного как Шишкан, став на сторону Генеральной прокуратуры России, которая ходатайствовала именно о таком наказании для подсудимого, сообщает ТАСС. Медведева признали виновным в организации преступной группировки, а также в убийствах и бандитизме. Путем частичного сложения окончательно назначить подсудимому пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима и штрафом в размере 5 миллионов рублей, говорится в приговоре суда. На данный момент приговор о пожизненном сроке наказания еще не вступил в законную силу и может быть обжалован. Ранее Шишкана признали виновным в убийстве генерального директора ЗАО «Племзавод Раменское», депутата органа местного самоуправления Татьяны Сидоровой и членов ее семьи. Преступление злоумышленник совершил вместе с сообщниками.